парусы там. На парусы, на парусе. Или это парашют называется, даже не знаю. Нет. Нет? Как-то по-другому называется? Человек на доске стоит и едет на таком парусе. Видишь? Да, вон он как гоняет. Там палатка с видом на море, на заливчик. Вообще хороший тут парк. Где мы остановились. Лодку везут, да? Сейчас поплывут на лодке. Один упал, сейчас будет поднимать парус, вот, и парус его из воды вытянет. Вот, вот, вот. Сейчас он встанет. Главное ветер поймать. Вот, все, встал. Встал, поехал. Опять упал. Наверное, не был сильный ветер. Другой я один раз видела. Прям так быстро вынырнул, так скочил на доску и поплыл обратно. Это все никак не могу встать. О, вот этот упал, сейчас он будет вставать. О, вот раз и все, встал и поплыл дальше. Все в берег несет. Он тормозит и падает в воду. А, вскакивает ловко. Поплыл. Поехал. Поскакал по волнам. Красиво смотрится, когда они так летают. Быстрее всех, да? Алан на лодке поплывет сейчас? Да? Тогда надо хорошо покушать. Давай. Вкусно же. Да.
голуби, смотри, сидят. Сегодня мы поплыли не в сторону моря, а в сторону по реке, в сторону домов, в сторону города. Хороший дом у кого-то прямо на берегу. Прикольно. Тебе нравится? Эй, Алан, ку-ку. Нравится? Что там? А, тебе надо дать твою стрелялку? Ну на, стреляй. Почему? Вот там разве нельзя проплыть? Просто поворот, я думаю. Я думаю, там конец. Да ладно, конец. Откуда же? Она же должна откуда-то течь и впадать в море. Вот она и притекла сюда. Да ладно. Вон там далеко, наверное, плыть можно. Мы с ребенком только на самой маленькой скорости плаваем, ходим. Зато можно все посмотреть и не сильно качает. Вон сколько там еще можно проплыть. Я же тебе говорю, река. Я не слышу. Можно там проплыть. Растение. По-моему, кактус, нет? Да, похоже. Он как лиана. С дерева свисает. Выживает. Да. Грязно здесь, конечно, тебе. Вот курица тут у кого-то. Смотри, из лодки сделали. А пальмы посадили в лодке. Какое-то чучело посадили.
как интересно люди живут. Собака лает. Смотри, разветвляется. Можно туда, наверное, какой-то ручеек есть. Но там маленький совсем, непонятно. Там такой какой-то ручеек. Не знаю, далеко ли он там. И вот там есть побольше. Смотри, кто-то себе стол сделал прямо над водой. Позавтракать на воде. Странная река, что вода не течет. Нету я в этом масле. Кого-то включало, развалился весь. Уже 100 лет не использовал. Ну да. И ты совсем состарился. Все заросло. Ну давай постреляем еще, давай. Мелко? Да. А, ну плыви левее. А вот этот шрек меня вообще веселит на дереве. Вот наш кемпинг. Подъезжаем. Вот он, Голкост, центр города.